привет! Меня зовут Лиля, я фудблогер. Сегодня специально для телепрограммы .про покажу вам рецепт. Это, наверное, самый простой рецепт самых вкусных малосольных огурчиков. Обязательно попробуйте, вам точно понравится. Самый простой рецепт очень вкусных, хрустящих малосольных огурчиков. Готовим. Огурцы нужно хорошо промыть под проточной водой, обрезать с двух сторон. Затем делаем рассол. На 1 литр кипятка добавляем неполные 2 столовые ложки соли. Хорошо перемешиваем до растворения соли. Берем любую емкость, банку или кастрюльку, неважно. Выкладываем огурцы, между ними укроп и чеснок. Заливаем рассолом и даем постоять ровно сутки. Получаются очень вкусные и хрустящие огурчики.